что ж, мы уже знаем всех четырех участников полуфинала. Они должны немножко отдохнуть и подготовиться к полуфиналу. А если боец основной восьмерки, основной четверки полуфиналистов или за каких-то причин не может продолжать бой, его место займет победитель резервного боя. Итак, дамы и господа, мы объявляем резервный бой гран-при. Красный угол. Red Corner from Moldova. Олег Хохлов. Раунд 1.
знаю. Вы точно не знаете. Это же не сетка, это... Это резервный. А, это резервный, да? Возьмем. Он не 7 тысяч, сколько он будет? Да, да, он не 10 тысяч, да? Нет, да, вот категория, смотри, кто маленький. Медик. Дамы и господа, в этом бою победу одержал Олег Хохлов, Молдова! Олег Хохлов будет ждать вменяемости, и если будет так, что боец полуфинала